Мы с Антохой решили свой бизнес замутить. Бизнес-план, короче, такой. Едем сейчас в питомник, покупаем двух Стаффордов, мальчика и девочку. И все, считай, через полгода у них щенки пойдут, и мы в ажуре. Если стартового капитала не хватает на собак, его по-любому хватит на кроликов. Вы что, придурки? Это же два мужика, как они размножаться-то будут? Блин, мы же им имена свои дали, а они сейчас друг друга шпилят. Притом смотри, Вовка Антоху шпилит. Так-то вообще нечем гордиться. Слушай, это может потому, что у них тёлки не было, и они это, ну типа как на зоне? Да, не ожидал такого предательства от животного мира. В большом бизнесе всегда так. Всякая происходит из-за всяких